Что это за рыжая белка сюда бежит? Белка с лапкой, да. Это белка с лапкой. Ну-ка, иди сюда. Не, она сюда не пойдет, наверное. Потому что тут бельчонок злобный, трусливый. Иди сюда, белка с лапкой. Иди сюда. Надо покормить ее. Я ее сколько раз пытался кормить. Я видел, она приходила, у меня видео есть, выложил. И на следующий день она тоже пришла. Но на следующий день ее белки гоняли. Я 3 раза пытался ее кормить. Здесь ее прогнали. Потом дальше я специально к ней пошел. Ее тоже прогнали. Солнце, тебя везде гоняют. Она голодная. И так и не дали мне покормить ее, если честно. Надо сейчас попробовать ее посадить на баночку. Может, ты сядешь на баночку? Слышь, злодейка. Голодная она, голодная. Но если ей... Если все ее гоняют, то, конечно, конечно, она голодная будет. Жалко, жалко, она не садится на ладонь. Очень, очень похожа на... Ох ты, как она села. Я, говорит, тоже так умею. Первый раз такое. Какая она голодная, с каким она аппетитом ест. Белка с лапкой. Впервые она так сидит, это надо же. Чуть-чуть она мне стала доверять. Ну, у нее, кстати, хороший вес. Насчет того, может быть, эта белка копия у шестика. У копии у шестика проблемы с глазом были. Я не помню, с каким. Но вот у этой белки тоже проблемы с левым глазом. Чуть-чуть он у ней... Ну, по-моему, копию шестика, у нее хвост был сломан. Что-то ей не везло, и глаз, и хвост сломан, и то, и все у ней. Постоянно что-то преследовало ее. Какая-то она неудачница была. Давно я не вижу ее. Это не копия у шестика. Ну, тоже рыжая. Но та побольше была, и она бы никогда не села на вот так вот. На ладонь никогда бы не села копия. Молодец какая. Наверное, не села бы. Ну, кто знает. Не, она садилась, копия у шестика садилась несколько раз. Мне на ладонь сидела даже. Ела там чего-то. Но недолго. И тоже она вот... Поведение очень похоже на это. Ну, не знаю даже, копия у шестика это или нет. Но, по-моему, она постарше была, копия у шестика. Ты так сейчас соскользнешь, слышь? Слышу, говорит. Голодная. Давай, садись еще раз. Хорошо сидели же. Не, он говорит, не сяду. Гладится. Народ, я не просто так белок глажу. Я хочу, чтобы они ко мне привыкли, чтобы можно было кормить их спокойно. Чтобы они на ладошке сидели. Насчет того, что белки привыкают к человеку, и потом они ко всем подряд садятся, это ерунда. Белки отлично понимают, кто их кормит, кому можно подходить, кому нельзя.
Нет, с голодухи-то они, конечно, к любому подойдут, но вот чтобы на ладонь сесть, нет. Такого не будет. Давай. Вот. Молодец какая. Рад, что кормлю ее. Я говорю, я бегал за ней по всему парку, пытался накормить. Только-только она начинала что-то есть у меня с ладони, прибегала какая-то другая белка и прогоняла тут же ее просто и начинала гонять. Просто отгоняла куда-то вдаль. Это жесть какая-то. Так жалко белку было это. Такая хорошенькая она. Голуби, да. Злодея. Да, это голуби. А что делать? Давай, давай сюда иди. Давай, давай. Она, кстати, в хорошей форме. Ее все гоняют. Она голодная, но жирок у нее есть. Толстенькая, хорошенькая она. Тут собака. Надо дать ей, пока она собаку не увидела. Подожди-ка. Стой, 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 стой. Подожди-ка, на тебе, на орешек. Вот. Просто вон там собака появилась. Она бы сейчас убежала. И убежала бы без ореха бы. А так с орешком. Вот она побежала, да, увидела собаку повыше. Говорит, заберусь. Ну все, покормил чуть-чуть, хорошо. А это да. Это из баночки. Это дикая совсем какая-то. Ну все. Там две белки бегают, надо же. Друг за другом, кстати. Ну все. Это злодейка какая-то. Все.